Всем здравствуйте. Ford Focus 2 на ремонте. Замена сцепления. Все. Коробку сняли. Для этого мозги, кожухи, подушку. Все откручено. Сцепление, соответственно, тоже снято. Привода. Тоже все поснимали. Вот сама коробка. Вот, походу, выжимной потек. Все в подтеках. Сейчас будем менять. Так вот шумит выжимной. Старое сцепление. Корзина, кстати, довольно-таки хорошее состояние. Но вот сцепление как бы уже практически подошло к все. Новая. Тоже фирмы Сакс, как и старая. Новая корзина. Номер. Не забыть обезжирить, как всегда. Коробочка. С номерочком. С циферками. Понял, на тебе. Так, новый выжимной подшипник. Как он выглядит? Такой вот фирмы. Вот тоже номер его. Собираем, ставим. Вот он, новый выжимной. Даже с болтиками новыми. Крутизна. Коробка на месте, сцепление на месте. Все собрано. Колеса, соответственно, тоже все на месте. Все прикручено, все протянуто. Сейчас будем проверять сцепление, работу. Сцепление тоже прокачано. Тормозуха долита. Проверяем. Запускаем. Даже заводится. Так. Трогаемся. Едет, включается. Фокус вообще никакого. О, наконец-то. В самом конце есть фокус. Все, передача, все работает.